лежит. Чудо мое. Дала Бусе корм. Она не съела. Хора съела вместо нее. А Буся лежит на солнышке. Кто-то мне сказал, если прячется от солнца, надо срочно к ветеринару. Не прячется она. Она балдеет на солнышке. Так что пойду с ней на улице погуляю. Будет у нее такой сегодня праздник. Бусечки. Сейчас одену ей этот самый ошейник. Пойду. Все, надела. Пошли, моя девочка, пошли. Ну чего ты? Не бойся. А ты дома? А ты дома? Мы с Бусей идем гулять. Поняла? Стой. Стой. Сейчас тебя возьму хорошо. Иди отсюда. Зараза. Иди отсюда. Скажи. Постой. Стой, Бусечка, не бойся. Не бойся. Не бойся. Ой, капец. Хура, сутенюка. Получишь. Иди сюда хорошо на ручки. Иди, мое солнышко. Нельзя. Иди отсюда. Скотопаза. Так, ключ. Взяла. Капец какой-то. Видели, как она на нее напала? Я на секунду поставила Бусю на кровать, и Хорита сразу напрыгнула. У меня на голове капец. Привет, мои любимые. Пойдемте погуляем. Бусечка, Бусечка, идем гулять. Идем гулять. Ты же хотела на солнышко, на травку. Ой, блин, наступила на поводу, на этот, как он называется, на ремешок, на желтенький. Ой, на солнышко. Пошли. Пойдем у нас. Смотри, сколько птичек. Смотри, сколько птичек. Смотри, сколько птичек. Смотри, сколько птичек. Смотри. Куба, любовь моя. Та-та-та-та-та-та-та. Моя девочка гуляет. Буси-буси. У нее глаза как этот самый, как ремешок желтенький. А у меня на башке вообще... Капец, волосы длинные. Не знаю, что с ними делать. Так хочется побриться на лысо. Они у меня уже там вообще как это... То хоть по плечи были, а сейчас уже еще. Мушкли у мушкли. Проблемы и проблемы. Кисунь! Кисуня! Бусь-бусик! Все, залегла в травку. Жизнь удалась. Но я хочу на солнышко ее. Пойду хоть туда вон на солнышко отнесу. Ей же тоже нужно получать этот витамин D. Или как он там называется. А там непонятно, что эти люди какой-то этот хотят какие-то выборы. Пошли. Пошли, малыш. Пойдем на солнышко. Пойдем. На солнышко. Смотри, там какое солнышко. Люсечка моя. Люсечка моя. На солнышко. А, или вон там можно. Там тоже травка классная. Даже лучше, чем тут. Пойдем туда. Я вам обещала показать стенд. Что там пишут. Пишут, что какие-то коты потерялись. Или кошки. Или кто-то. Так, работа в салоне МТС, Вероника, звони, 4-6 часов в день. Вот, ищешь компанию, в которой можно сделать карьеру. И расписание, студия эстрадного вокала, хореографический коллектив.
подожди, Люся. Люсечка, вот пришли, смотри. Какая тут травка. Опа. Гуляй. Смотри, какая красота. Красота. Красота, тетечки. Девушки, женщины стоят. И я стою. И солнышко обалденное, смотрите. Какое солнышко сегодня. Просто божественное. Ой, не могу с этим волосами. Мне не хотела сегодня резинку надевать, чтобы они хоть немножко это отдыхали, потому что постоянно у меня это завязана резинка, что уже голова аж от нее болит. Цветочки. Пуська довольная в траве сидит. Бусечка, Бусечка, как тебе тут? Хорошо? Хорошо? Да, скажи, кайфово. Хвостиком машет, довольная. А, посмотрела я, мои любимые, оказывается... Не как я говорила, 4 или 6 там каких-то вот этих векторов. Оказывается, их 8. Там зрительный вектор, потом кожный, потом анальники, потом... Ну, короче, там много-много и смешанные. Оказывается, 8. Так что я вам потом расскажу. Это очень-очень-очень интересно, почему люди реагируют вот так на какие-то вещи, а не по-другому. Правда, очень-очень прикольно. И он влияет, наверное, на 80% на решение людей. Ну что, ты будешь гулять? Нет? Бусь, или у тебя стресс после хариты? Хоть травку покушай. Огромные птицы летают, и вороны, и чайки. Вон наши собачки эти, иньяньки, идут с Сашей. Красавчики. Не знаю, если видно. Дружбаны хуританы. Ну что, красотка, кушай травку. Кушай. Ничего не жрешь, может, травку будешь. Бабочки летают. На солнце так тепло. Наверное, больше 25 градусов. Очень-очень-очень тепло, мои любимые. В общем, бросила ее. Посижу. Не могу уже стоять. Ножички трясутся, как моя бабушка говорила. Не бойся, я тут. Кисуня, не бойся. Я тут. Буду закрывать. Реально лицо печет. Очень-очень-очень жаркое солнышко. Солнышко, привет. Просто кайф. Пошла. Деловая колбаса. Это не Буся, это чудо. Сейчас какую-нибудь дырку залезет. Я ее потом достану оттуда. Бусечка. Бусечка, ты куда? Ты куда, девочка, гуляешь? Она как Ниночка гуляет. Гуляешь? Мое солнышко. Куда ж ты лезешь? Кисуня. Привет, цветочки. Привет, цветочки. Буся куда-то залезла. Значит, буду ее ждать здесь.
На выходе. Бусь-бусь. Бусь-бусь. Огромные какие птицы летают. Тут паутиночка у меня. И голуби, и чайки. И кого только. Сидела, загорала там. Пришла сюда. Какого хрена? Непонятно. Бусь, ты где? Иди сюда. Вон надо мной птицы летают. Бусь, иди сюда. Мужик идет, сейчас тебя украдет. Иди сюда. Бусь, иди сюда, солнышко, ты где? Ты где? Вон она там сидит. А я сейчас босичком похожу по травке. Только намылась в душе, теперь босичком по травке. Ну ничего, потом приду ножки помою. Шить. Блин, тут колючки какие-то. Красота, как я тебя понимаю. Бусюсик. Вообще купи. Супер так по травке ходить. Я маленькая была, бегала. Знаете, привыкла по колючкам, по камням, по всему. У меня очень-очень ножки были такие закаленные. А сейчас не могу, сейчас вот так наступила. И уже чувствую каждую колючечку. Довольно-таки. Что я вам скажу? Довольно-таки. Больновастенько. И одновременно приятно. И больновастенько. И приятно. Сейчас на эту травку. Может, тут типа лучше травка есть. Ну, тут, например. Ну-ка. Ой, красота какая мягенькая. А, нет, тут колючая. А тут... Тара. Тара. Кайф. Ой, какой кайф. Стоишь и прям от ног так мурашки идут по всему телу. Просто балдёж. Супер, моя любимая. Прям как будто бы заново учусь ходить. Знаете? Так приятно. А это там так сидит. Бусь-бусик. Бусь-бусик. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Господи, что ж ты там села? Я ж тебя на солнышко вынесла. Господи, иди сюда. Иди. Иди, киса. А, киса. Иди на травку. Иди на травку. Вот. Кушает травку. Умница. Моя кисонька любимая. Глядь. Глядь с бусечкой. Бусь-бусь, у тебя одуванчик там. Бусь! Так пахнет травой полевой вообще. Просто обалденно. Такая прогулка, мои любимые. Делюсь с вами этой красотой. Та-да-да-да. Пошла, пошла сама. Пошла сама. Умница. Умница, бусечка.
поезд.